Говорят, все билеты раскупили. Соскучились люди, долго театр был закрыт. Надо же, полный зал. А говорили, что тут народ не придет. А где еще душа-то отдохнет? Китанов, волнуешься? Ой, ужасно, страшно волнуюсь. Держись. Преодолей свой страх. Иначе никогда актриса не станет. Ну что, мы с ним? Ну, всем не пуха. Какое счастье, наш театр снова работает. Вот молодцы, устроили людям праздник. Я уж не думал, что наш театр откроется. Говорят, у цыган проблемы. Да, а так и не скажешь. Новый спектакль поставили. Да еще и быстро так. Все получается. Ты видела, как люди смотрят, прямо затаив дыхание. Да, да. Ты большая молодец, Хитана. Кармелита, ты тоже. Не зря все-таки мы старались. Ой, такой успех будет. Чш, заранее не говорят. А что, неужели нет? Честно говоря, я волнуюсь за тебя немножко. Ты как себя чувствуешь? Прекрасно. Мне никогда в жизни не было так хорошо. Скоро твой монолог. Ну да, и я чувствую, что все будет замечательно. Точно? Уверена. Хочу вам сказать, для тех, кто еще не в курсе, у нас больше нет театра. Как нет? Как нет? Что случилось? Говори с ней, Люцита. А так? Баро закрыл его навсегда. Теперь ясно? Как закрыл? Почему? Сказал, что театр приносит одни убытки, представляете?
Так мы заработали. Какие убытки? Так вот и скажите Баро об этом сами. Тогда я предлагаю собрать Сэндо и потребовать у Баро, чтобы он отменил свое решение. Люцита! А если Баро откажется, что тогда? Тогда я предлагаю выбрать другого человека, который будет заниматься делами табора. А может, не надо революции? Или у нас нет ничего важнее театра? Все остальное у нас хорошо. А что ты предлагаешь, Джура? Проглотить обиду и разойтись? И позволить закрыться театру, да? Сместить Баро только лишь потому, что он закрывает театр? Глупости, Люцита! Театр — это последняя капля. Все знают, что творится в Таборе. И кого же мы назначим на место Баро? Тебя? Или, может быть, тебя? А давайте меня, а? А чем я не Баро? Дайте мне сказать. Сейчас будет защищать Баро. А куда деваться, жена все-таки? Да, я жена Баро. Но я не буду его защищать. И то, что вы собираетесь всем табором решать свои дела, это правильно. Еще бы неправильно. Молодец, Земфира. Сэндо, наша традиция. И совсем не означает то, что будет Баро свергнут. Скаденте, Сэндо! Мы не отдадим на Хорошо, хорошо. Тогда оставайтесь все здесь, а я пойду к Баро и позову его на Сэндо. Он должен знать о нашем решении. Правильно. Да что вы все как с цепи сорвались? Баро, это правда, что тот гадёр, которого вы с Кармелитой привели в табор, кинул нас по полной программе? Да ты погоди, какой гадёр? Адвокатишка. Тот, который для тебя кредит в банке брал. Кодово, гадёр. Да ты Родион, да не галдите вы все разом. Баро, это правда, что под этот долг заложено все наше добро? Что, теперь у нас все отберут? Что, мы нищие? Кто вам это рассказал? Люди рассказали. Какие люди? Да об этом весь город говорит. Только мы одни, как дураки, последние все узнаем. Так это правда или нет? Баро, ты так и не ответил, не томи. Правда это? Я бы не стал так об этом говорить. А ты по сути скажи. По сути, все правда. Адвокат Жданов действительно оказался жуликом. И боюсь, наших денег мы не получим. Да ладно деньги! Ты скажи! Конезавод тоже отберут у нас. Не стану скрывать. Есть опасность, что мы потеряем и дома, и конезавод. Значит, правда. Но мы еще поборемся. Я постараюсь взять денег взаймы у старых друзей. Думаю, что их хватит, чтобы выплатить хотя бы проценты по кредиту. А большие проценты? Не маленькие. Да, я еще выручил немного денег от продажи семейного золота. Так что, думаю, никто нас не выселит. Баро, ну как же так? Продал свое золото? Да какая разница? Главное, он всех нас довел до того, что последние штаны продавать придется. Твердев,
пока еще я баро вашего табора. И самого страшного я не допущу. Ну, а если это случится? Вот-вот. Если случится, что тогда? Тогда можете меня считать лгуном.